Полиция Мексики задержала еще 4 подозреваемых, причастных к исчезновению 43 студентов. Все задержанные являются членами преступной группировки «Единые войны» из штата Геррера. Двое из них уже признали, что в ночь на 27 сентября в одном из мест штата им передали большую группу людей. Напомню, месяц назад в городе Игуала на протестовавших против реформы образования студентов напали неизвестные. Были убиты 6 человек, более 40 учащихся пропали без вести. Неспособность властей найти пропавших или объяснить их гибель вызвала массовые акции протеста по всему штату. По данным следствия, к преступлению причастны местные власти и полицейские.